На часах 8:48 я приехала на распродажу. Это вторая распродажа в новом магазине. На прошлую распродажу я не попала случайно, перепутала дни, торжественно приехала, начала делать видео, но оказалось, что я приехала не в тот день. В общем, так, идем на распродажу в новый магазин. Это у них вторая распродажа от открытия. Людей, как вы видите, собралось уже достаточно. Ну, идемте посмотрим, что же нам этот магазин предоставит. Это одеяло в таком вот насыщенном абрикосовом оттенке. Одеяло из 100% шерсти. Оно тоже с дырочками. Вот такое пятно. Но скажу сразу, я его купила, пятно это отстиралось. А я его буду применять не как одеяло, поэтому эти дырочки я обойду, так скажем. И, конечно же, вы все будете видеть, что будет происходить. Вот такая интересная рубашка. На ней нет бирки с составом, только бирка с названием бренда. Очень похож материал на 100% лен. Крупная такая толстенькая нитка, очень красивые пуговицы. Красиво она сшита. Вообще, ну, в общем, оригинальная такая рубашечка. Она на мужскую сторону, но это не имеет никакого значения. И эту рубашку я купила. Вот такое из 100% вискозы платье. Оно завязывается по бокам на такие завязки. Регулируется по объему совершенно спокойно, потому что вы сначала можете завязать переднюю часть, потом заднюю, ну, в общем, сделать такие сбоку, как запахи. Я его купила, это платье. Вот это платье из сетки. Коллаборация Primark и Rita Ora. Конечно же, я купила. Оно длинное, в размере 20. Такое вот в Лео от H&M, по-моему. Платье, конечно же, я купила. Выглядит оно классно. Модель хорошая. На подкладке яркий в фиолетовом оттенке джемперок и 100% шерсть. У него такой необычная модель. Он удлиненный, по бокам разрезики. Вот такой. Платье из льна и вискозы. Очень красивая расцветка. Платье длинное, практически в пол. И такое платьице я тоже купила. Вот такие платья попадаются нечасто с таким составом. И, конечно, мое любимое кроше. Это даже не обсуждается. Я его беру во всех исполнениях, во всех видах, во всех расцветках. Ну, а черный цвет – это вообще мой топчик. Я мимо него пройти, ну, вообще никак не могу. И не прохожу, собственно говоря. Вот такая красивенная блуза, туника. Возможно, это для кого-то мини-платье из шитья. Посмотрите, какая прелесть. Вот это настоящий цвет. Камера чуть-чуть так его неправильно показывает. Вот такое красивенное с широким рукавом. Ну, просто, просто прелестное. Конечно же, беру. Вот цвет настоящий. Вот такое платьице. Кроше мне не понравилось, и был дефект, я его не купила. Очень люблю пуловеры в стиле университета. Вот эти вот с полосками контрастными, косы вывязаны, очень красивые, беру. Взяла льняные брюки в размере 20, широкие, такие палаццо. По-моему, там лен с хлопком, если я не ошибаюсь. Вот такие вот классные брюки. Тоже в летний сезон, в разгар летнего сезона их не найти. В 22-м размере женские шорты из плащевочки серые, очень симпатичные. Тоже купила. Шорты от Бухумен, новые с биркой. Такой здесь эластик плотный, на легеньком флисе, с лампасами. Я очень люблю лампасы. Купила их, ну, кто кому-то, может быть, подойдет. Для себя нашла футболочку от Барбур темно-синем цвете. Вот эти обалденные в шоколадном палаццо, просто невероятные. Здесь такая ширина брючины, ну, модель какая-то просто невероятная. Ткань неплохая, хотя нет бирки с составом, но ткань на ощупь очень хорошая. Из полиэстера трикотажного вот такие симпатяшки. Они либо брюки, либо кюлоты, в зависимости от роста. На меня они чуть коротковаты, но вот это Мэрилин во всех исполнениях просто чудесная. Атласная блузка, черный атлас, конечно же, да.
в таком розовом красивом оттенке женская джинсовка в большом размере плюс сайз. Конечно же, купила. Люблю фантазийный деним в расцветках. И показываю вам, как обувь расставлена здесь на полу, дополнительных полок для обуви. Здесь, ну, получается, в распродаже не хватает места. Понравились мне вот такие из натуральной кожи. То ли туфельки, то ли что это такое. Но на белом краске были фиолетовые пятна. И я попробовала салфеточкой, они не снимаются. И вот такой вот высокий сапог, кожа и замша. Ну, в общем, вот так.